Ну что же, привет всем. Вот мы и делаем смузи. Необычное. Фруктово-ягодное. Если можно так назвать. Для этого мы используем два сельдерея, стебли, да и морковки. Один банан. Я брала йогурт Данон термостатный. Одну чайную ложку меда. И одну чайную ложку корицы. В общем, прежде чем погружать это все в блендер, мы чистим все экономкой, включая стебли сельдерея. Как их чистить, вы можете посмотреть в интернете в любом видео. Но я думаю, и так будет понятно. А сельдерей я добавлю в последнюю очередь. Смузи, на удивление, получился очень мягкий, вкусный. И я буду такой практиковать. Мед и корица в нем почти не чувствуются, да и сельдерей тоже. Сольную ноту играет банан, но можно даже половину банана положить, я думаю, потому что один это будет много. Но вообще смотрите по настроению, какого эффекта вы хотите добиться. Кстати, кухонный комбайн Ротел. Я просто в восторге осталась от этого смузи. Он очень-очень вкусный и питательный. Ну что же, вот, пожалуй, и все. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.